Знакомые российского актера Дмитрия Дюжева не прекращают говорить про странности в его поведении. В частности, личность звезды «Бригады» не дает покоя российскому актеру Алексею Панину, с которым они вместе снимались в нескольких проектах. К слову, сбежавший за границу 44-летний артист уже не в первый раз публично обсуждает своего коллегу по цеху. Так недавно он обвинил Дмитрия Дюжева в том, что его редко можно увидеть настоящим, а большую часть времени общения с ним актер якобы лизал кому-то задницу. Теперь Панин решил рассказать еще пару пикантных подробностей со времен дружбы с актером. По его словам, был период, когда он был нормальным, но потом надел на себя маску, которую не скрывает и на мероприятиях, и в момент общения с близкими людьми. Более того, как оказалось, это замечает не только звезда Жмурок, но и его знакомые, которые время от времени задают вопрос по поводу поведения бывшего коллеги по съемочной площадке. Ну а потом актер и вовсе уличил актера в злоупотреблении запрещенными веществами, вспомнив с ним встречу на Дне Победы в Волгограде. Тогда Дмитрий Дюжев ввел праздник вместе с Катей Гусевой и, по словам Алексея Панина, курил. Правда, звезда Жмурок не уточнил, что именно, потому что плохо подкован в этом вопросе. Не забывайте, друзья, подписываться на наш канал, следите за нашими новостями и будьте всегда с нами на нашем канале.